Итак, ребят, всем привет. Передел вам актуаторы. В общем, как дядя Ваня нам сказал, сделали вот такие вот трубочки. Там у нас два шпенечка стоят. Здесь мы просверлили практически друг напротив друга отверстия. Вставили, заварили, зачистили. Все у нас вот так выглядит. Это у нас вот сюда вставляется. И вот так все это у нас закручивается. Так что сейчас будем пробовать, как говорится. Дядька у нас в нокауте. Ну а мы продолжаем делать. Соберем, покажу, что получилось. Итак, друзья, как видим, все собрали, все поставили. Смотрим результат, чего мы добились. А вы напишите в комментариях, как было до. Вставлю видео. Поворачивал. И сейчас поворачивает. Я думаю, вроде неплохо получилось. Так что, вот такие дела, ребят. Так что также будем делать на тесту 50. Был у нас, как помню, я делал вот из таких тут. Вот они у нас были обычные болтики. Но они очень медленные были. Сейчас намного быстрее. Самому даже нравится. Вот так складывается у нас. Так что, кому понравилось, ставим вот такие пальцы, пишем комментарий. Ну а на этом все. Вот такое кратенькое видео. Спасибо дяде Ване, что подсказал. Сделали по егонному видео. Вроде получилось все. Посмотрим, сколько проработают. Так что, испытание будет. Не пропустите, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Ну а со всеми прощаюсь. Пока. Да, ребята, по сравнению с этими, которые я сделал, эти намного медленней. Так что я думаю, что надо те оставить. А эти уж сильно медленные. Но эти зато подойдут сделать, мало ли, прицеп поднимать. Для груза хорошего. Пускай не спеша, зато груз хороший. Усилия здесь, напоминаю, 3 килограмма. Так что, вот такие дела. Итак, друзья, еще хотел один тест сравнить. Смотрим по развороту. Кто быстрее развернется. Тут червячный механизм поворота. А тут, как я помню, делал гидравлику. Тут идет пружинка, сервопривод и веревочка наматывается. Одна разматывается, другая наматывается. Так что
Ну, он, конечно, и полегче, спорить не буду. А так, да, этот шустрее разворачивается, чем тот. Хотя там червячный механизм стоит. Так что, вот такой небольшой тест. Ну, тот намного быстрее стал. Сейчас мы выключим. Этот у нас чтобы не работал. Но значительно быстрее стал поворачиваться. Так что такие дела, ребят. Сейчас будем делать сюда механизм, чтобы у нас навеска поднималась и опускалась. Так что не пропустите новую серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну, в этот раз все вроде бы на этой недельке. Всем спасибо за просмотр.